125 сильнейших гимнасток из 25 городов Подмосковья стали участницами соревнований в рамках Кубка губернатора. Дворец спорта «Восток» города Орехово-Зуево – одна из первых спортивных площадок проведения главного спортивного события года. Впервые такие соревнования в Московской области пройдут по нескольким видам спорта. Были сильные, были ловкие. Любой спорт учит ориентироваться в любой обстановке, и дети выходят из спорта, готовые уже к жизненным ситуациям. Девушки от 14 лет и старше выступали по программе мастеров спорта в индивидуальных и групповых упражнениях в дисциплинах многоборье и двоеборье. Показывали свое мастерство владения несколькими предметами. Групповые упражнения – это самая сложная часть художественной гимнастики, и готовились мы очень упорно, долго, тренировались ежедневно. Мы с детства в этом спорте, мы погружены полностью в работу и хотим дальше продолжать заниматься. Вчера мы делали очень много прогонов, тренировались с 9 утра до 5 и старались делать чисто. Мне больше всего нравится мяч и булавы. Сегодня булавы удались. В рамках официальной части знаки отличия Министерства физической культуры и спорта Московской области «Спортивная доблесть» вручили главному судье соревнований, тренеру высшей категории Татьяне Буздиной и членам сборной России по художественной гимнастике Анне Страшко и Анне Соколовой. Кубок губернатора проходит по 19 видам спорта при поддержке правительства Московской области и федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография».